В администрации Химок состоялось очередное заседание Совета депутатов. Представители власти обсудили актуальную повестку городского округа. Заседание прошло под руководством председателя Совета депутатов Александра Дреннова. Одной из основных тем стало уточнение по бюджету 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов. Доклад представила начальник финансового управления администрации Наталья Гурьева. Оставляю вам заключительное уточнение по бюджету на 2019 год. Просим утвердить бюджет по доходам в сумме 12 миллиардов 311 162 тысячи, по расходам 12 миллиардов 151 801 тысяча, по дефициту бюджета 160 миллионов, размер погашения муниципального долга 235 миллионов. Это все без изменений. Также депутаты выслушали доклады коллег на не менее важные темы. Назначение на должности новых сотрудников, утверждение плана приватизации муниципального имущества и другие. Все вопросы и предложения были отмечены в протоколе официального мероприятия.